Всем привет! Продолжаем рисовать. Давайте сегодня нарисуем то, что очень любит Винни-Пух. Винни-Пух — это такой медвежонок, если вы не знали, и который очень любит мед. Еще он любит, когда меда очень много. Так, давайте же нарисуем для него баночку или горшочек с медом. Вот у нас база. И теперь мы рисуем вот такой вот прямоугольник. База или стол, да. Вот так сначала нарисуем. Теперь сделаем вот такие небольшие штучки. Можно поменьше даже их сделать. Вот так. И вот так у нас крышку мы рисуем вот здесь вот. Видите, как она у нас идет? Вот такая вот крышка. Отлично. И теперь вот здесь у нас такая будет ниточка, мы ее обведем, а здесь мы можем немного наши края вот так сделать интереснее. Вот так, смотрите, такой край у нас будет, не знаю, полиэтилена или какой-то интересной штучки, с помощью которой мы закрываем нашу баночку. А вот здесь мы напишем слово мед. Мед. Давайте с двумя точками сверху. Мед. И если хотите, можно еще так обвести какой-то кружочек. Отлично. Давайте все это обведем и разукрасим. Так, обводим нашу баночку. Так, чтобы не ошибиться, вот так вот. Так. И вот здесь вот такую линию мы оставим, и мы ее сейчас закрасим. Так, обведем еще слово мед. Мед делают пчелки. Он очень полезен и очень вкусен. Я помню, когда я был маленький, у нас дома тоже папа разводил пчел. У нас было где-то 4 улика, и там сидели пчелы. Они были очень, не очень добрые, но очень трудолюбивые. И они не любили, когда мы у них забирали мед. Прям как медведи. Но мы забирали у них не весь мед, а только часть. Все, что им нужно было для зимы, мы оставляли. Вот так. Вот так. Скоро вот весна будет, и все, кто держит пчел, будут вытаскивать свои улики на поле. Или если у них уже пасека в лесу, то просто вытащит их из этой бандейки, где они все зимовали, и будут пчелки снова жужжать и приносить мед. Давайте мед покрасим, я не знаю, желтый или оранжевый такой цвет. Народ такой не очень ярко-оранжевый. Вот такой, да, очень даже подходит для нашего меда. Мед тоже бывает разного цвета. Например, если он очень темный, значит, пчелы собирали его с разных там цветов, и поэтому он получился темный. А если мед такой светлый, прям светлый, то скорее всего пчелы собирали только нектар с дерева, которое называется липа. Это самый, наверное, вкусный мед. Он такой прям душистый, наверное. Он очень светлый.
Так. Но пчелы производят не только мед. Они еще производят такие полезные продукты, как перга. Там молочко у них еще есть. Пчелкино молочко вроде называют. Маточкино молочко. Еще они производят воск в какой-то степени. Да. Так, давайте-ка вот этот я закрашу вот так вот немножко. Вот так вот, смотрите как. Если у вас заболит горлышко, то можно попить чай с медом и с лимоном. Очень помогает. Вот такой у нас получился горшочек с медом. Всем спасибо, ждите новых рисунков. Пока-пока.